сновой. Из нас был бояр. Но цели у нас тоже важные были. Мы мирно трудились в горящих горах. И снова мы идем по Лихомри. Там надо сдать и свет, и воду, хоть умри. Где ни спроси, мы всюду были там. Помечен нами весь Афганистан. Пусть разбросала нынче нас судьба, не порвана связующая нить. Мы батальон свой не забудем никогда. Эй, где вы наши? Будем жить! 2034-й отдельный родной батальон. Народ там умелый и смелый и тёртый. И с чёртом, коль надо, он справится он. И снова мы идём по Лихомри. Там надо дать и свету, и свет, и воду, хоть умри. Где ни спроси, мы всюду были там. Помечен нами весь Афганистан. Пусть разбросала нас судьба, не порвана связующая нить. Мы в батальон свой не забудем никогда. Эй, где вы наши? Будем жить! А годы летят, словно птицы, уходит в туман батальон. Всплывают из памяти милые лица из тех незабвенных афганских времен. И мы опять идем по Лихомри. Там надо дать и свет, и воду, хоть умри. Где ни спроси, мы всюду были там. Помечен нами весь Афганистан. Пусть разбросала нынче нас судьба, не порвана связующая нить. Мы батальон свой не забудем никогда. Эй, где вы наши? Будем жить! Эй, где вы наши? Будем жить! Я ему не случайно, вы понимаете, не случайно я Виктору Павловичу сказал 4 дня назад, говорю, Виктор Павлович, я очень прошу. Не, главное, приехали, я был на фестивале, член жюри, я там 10 часов сидел. Приехали пьяные. Вот эти ребята приехали, давай. На следующий день гала-концерт, в котором я тоже участвовал, так? Вот. Дальше приехал на дачу, там целый день копал. Вот, жена у меня на даче, я приехал. Ну, когда мне этими стихами заниматься? А он мне дал стихи, они же под песню не ложатся никак. Там ритма нет совершенно. Понятия о ритме нету никакого. Вот. И вот сегодня ночью я приехал в 10 часов вечера с дачи в Москву. Вот, на своей машине. Вот. Сел за эту, принял душ, сел за эту самую, за эти стихи, переделал под какой-то ритм. Вот. Музыка, конечно, еще, извините, не сложилась совершенно. Вот, музыка не сложилась совершенно. Виктор Павлович. Вот. Нет. Музыка не сложилась. А песня будет нормальной. А? Отшлифуем ее, да.